готовность образовательных учреждений к встрече школьников. Сегодня обсуждали и на городском уровне. В Ярославле прошла конференция директоров, в которой принял участие мэр Владимир Слепцов. Одной из самых волнующих тем оказалась также безопасность детей. В преддверии учебного года в 8 школах установили дополнительные ограждения и проходные. Региональное правительство выделило 12 миллионов рублей. Самое главное – это создать в школах на сегодняшний день безопасность обучения детей. То есть это внешняя безопасность, внутренняя, установка камер видеонаблюдения. Это качественное питание, это качественное образование и, безусловно, это качественный досуг. Это строительство спортивных полей, площадок. Еще одна наболевшая тема – нехватка мест в образовательных учреждениях. Проблема с дошкольниками частично решена. В Ярославле открылись 2 новых садика. Что касается школьников, в этом году их на 2500 больше, чем в прошлом. Количество первоклашек увеличивается ежегодно. На 300 человек в среднем запланировано строительство школы на Соколе. Проект готов. Мы разработали программу, дорожную карту, согласно которой ввели в этом году дополнительно 444 места. Это использование тех помещений, которые ранее были учебными классами, но когда был демографический спад, эти помещения использовались не по прямому назначению. Например, в них организовывались учительские комнаты, методические комнаты и так далее. Обращались сегодня директора школ и с бытовыми проблемами: вывоз мусора с территории и необходимость ремонтных работ. Вопросы, конечно, будут решаться в рабочем порядке. В этом году на подготовку к 1 сентября потрачен 141 миллион. В первую очередь устанавливали новые окна, ремонтировали кровли, подъезды и спортивные залы.